Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем проходить Don't Starve Rage of Giants за персонажа... Как она называется? Я уже не помню, на самом деле. Ей вначале дают вот такое вот оружие, шапочку, 4 куска мяса и, в принципе, все. Так, сначала сделаем венок. Я не знаю, этот шлем, он дает какой-нибудь бонус, не знаю, к защите. Нет, к защите дает, это понятно. Дает ли он какой-нибудь бонус скорости? Скорее всего, нет. Ладно, снимем. Окей, я хочу открыть двух персонажей, которые у меня до сих пор закрыты. Это Максвелл и вроде бы этот Мим, я не помню, как его называют. Вес. Окей, у меня есть парочка модов, которые немножечко помогут выжить здесь. Надеюсь, это будет прикольно. Так, естественно, стандартная процедура лута. Еще одна важная черта этого персонажа, то что она ест только мясо, она не будет есть. Вот, нет, не ест. Ого, у нее голос какой-то расстроенный, не знаю, инструмент какой-то. Жесть. Будет неприкольно, если она каждый раз будет так говорить. Но я ягоды все равно соберу, чтобы поймать кроликов и всякую эту дичь. Я смотрел пару советов, как играть за этого персонажа, и там сказано, что нужно селиться рядом с Бифало, так как там будет постоянный источник мяса и все такого, да? То есть первые 3-4 ночи я побегаю, поисследую мир, а потом уже где-нибудь остановлюсь. Сделаю себе базу, и все будет окей. Так, попробую поймать кролика. Иди сюда, зайка. У нее копье такое интересное. Давай, 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 смелей, смелей, смелей. О, с первого раза убивает, неплохо. Соберем как можно больше травы, потому что, блин, без травы здесь никуда нельзя без травы. Интересно, топор, ну ладно, нет, я не могу сделать топор, потому что у меня нет кремния. Окей. Ладно, вот это местность, где обычно обитают бифалы. Здесь нужно попробовать поискать. Что-то там, кто-то гасится. Я помогу, пацаны. Оп, минус. Давайте. Пацаны, гасите их, пацаны. А я пока подбираю мясо с вас. Оп. Пацаны, все будет окей, я вам помогу. Ай. Отлично, добыли немного мяса. А! Что ж, неплохо, парни, молодцы. Еще встретимся, наверное. Скорее всего, нет. Так, делаем сразу топор. Окей, у меня уже есть нормально так мясо. Как она не ест? Это выкинем. Каменный биом, отлично. В каменном биоме должны быть кремнии, не так ли? Ну, ведь так же, да? Здесь же есть кремний, верно? Нет. Почему-то их здесь нет. Ох ты, зато есть... Обалдеть, супер, то, что надо. Мы уже нашли короля свиньи. И рядом с ней... Да ладно. Все в одном? Офигеть. Ай. Долби. Отлично, у меня есть шестеренки. Это то... Брюлики. Отлично, у меня 4... 4, подождите, это как-то биомы странно друг на друга наложились. Что-то это как-то странно. Ну ладно. Теперь у нас есть король свиней. Скорее всего, где-нибудь либо тут поселимся, либо если найду бифала, около бифала будем селиться. Отлично. Это вход в пещеру, если я не ошибаюсь, да? Не ошибаюсь. Так, это обычные камушки. Я хочу сделать куда вот, кувалду. И пойти разбить тот странный домик. Ух ты. Мы же сходу нашли первую часть от портала. Неплохо. А я могу уже сделать рюкзак? Или это его исследовать надо? Да, его надо исследовать. Окей. 100% топор, да? Я не знаю. Мне тоже хочется его забрать с собой. Ладно, съешь один кусок мяса. Сырого. Окей. Так, где там этот домик был? Вот он тут. Кувалда. Так, на пробел она ломает? Да. Просто в Shipwreck, в дополнении Shipwreck, она не ломает.
с нажатием пробела. Ну, не только она, все персонажи там не ломаются с нажатием пробела. Блин, ну, придется пока тут оставить. Так, у меня кремния нет, кремния у меня нет, практически ничего. Окей, пойдемте сделаем... Нет, пока не сделаем, стоп. Стоп, мне нужно дерево, пока не стемнело. Я хочу немного переночевать вон с теми камнями, рядышком с теми камнями, чтобы их подобывать и там золото как можно больше себе набрать. Да, блин, да выкинь ты хоть что-нибудь, выкинь хотя бы вот эту ловушку. Все, установили. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Где больше всего камней? Камней? Тут сверху, да? Мне нужно именно с золотом. Вот тут. Вот тут пусть будет костер. Ну вот тут ставь. Ставь костер. Отлично. Можно приготовить ножки. Ножки это же тоже мясо, вроде бы, да? Так что ты их будешь есть, я надеюсь на это. Да, она их ест. Отлично. 120, у нее маленький желудок. Мне нужны кремния. Пока не слишком поздно. Хотя нет, уже слишком поздно. Мне нужны кремния. Йокалемене. Мне нужны кремния. Придется бежать за кремниями. Или нет? Ладно. Подождем здесь, пожарим мясо и все такое. Одна травинка. Это мало. Рыбу тоже можно приготовить. Она... Ого, быстро рыба портится. Так, немножечко цветков найти на венок, чтобы восстанавливать рассудок, да? Обалдеть, уже Purple Game. Гем есть. Господи, у меня в голос просто жесть. Не самый приятный, скажем так. Наверное, этого костра хватит, или вот подбрось еще одну, да? Вот, вот так вот, все, вот этого хватит точно до конца. Или нет. Ну, во всяком случае, я пойду туда с факелом. Пойдем. Так, да, покушай. С добрым утром нужно покушать. Мясо. Мясо потом заберу из этой птицы. Мне сейчас нужны кремния. Много кремний. Чтобы сделать кирку. Вот один кремень. Вот два. Отлично. На кирку хватит. Супер. Гоу ебашить камни. Так, нет, такие не хочу. Вот такие хочу. Вот такие камни я хочу. Ё-моё. Оставим один топор. Более поломанный. Ё-моё. Для машин нужно камни и золото. Блин, я не знаю. Ладно, оставляем пока топор и всю эту дичь. Оставлю где-нибудь поближе. Эти маленькие камни мне пока не хочу ломать, потому что из них выпадает селитра. А селитра пока что не нужна. Так, топор. Сейчас добудем камней. Я не знаю, но пока что здесь поселимся, да? Потому что здесь будет более удобно. Потому что если нападут собаки, я, конечно, могу одолеть их сам, но... С помощью свиней это будет сделать намного проще. Да и к тому же, если некоторых свиней убьют, из них упадет мясо, и они на меня не будут обижены, потому что это не я их убил, а собаки. Мы будем жить в мире и гармонии, а я буду так втихаря их подъедать немножко. Свиней. Так, ну 5 кусков золота это нормально, да? Сейчас еще парочка камней сломаю и пойдем уже ставить базу. Окей.
нужна еще одна кирка. Только посмей на меня загреться, я тебя убью. Это был твой выбор. Соси. Ай! Вандал! Вандал! Отлично. Что это сейчас было? Когда я кого-то убил, у меня восстанавливается здоровье или... Или мозг. Или... Я не знаю. Я не заметил. Я потом на записи посмотрю. Потому что я не знаю. Потом персонажа практически ничего. Кроме того, что она сильная, ест только мясо. И у нее есть прекрасные такие вот... Такие вот приспособления. Примочки. Так, ну где-нибудь поселимся со стороны... Со стороны где-нибудь тут, наверное. Около свиньи прям. Около этой свиньи. Наверное. Или тут. Я не знаю, посмотрим. Топор пока тут пусть полежит. И пусть пока тут полежат палочки. Нет, стоп. Это мне нужно. Это сюда. Кирку сюда. Отлично. Пойдем рубить деревья. Если бы я играл за обычного персонажа, который ест все что угодно, то было бы очень выгодно рубить такие деревья, так как здесь выпадают каштаны, которые можно есть. Да. Ну, я их, к сожалению, есть не могу, так что буду их просто садить. Свин, чё, как? Не собирай каштаны, нам нужны только бревна. 7 кусков мяса и 6 кусков рыбы. Это довольно много для начала, мне кажется. Хотя, я не знаю, я за этого персонажа не играл ни разу, может быть, мне этого хватит дня на 3 максимум. Нужно сделать еще холодильник, так как у меня есть эти... У меня есть шестеренки, я спокойно могу сделать холодильник, и какую-то там еще фигню можно было классно сделать. Потом посмотрим. Ну, сейчас пока у нас есть немного времени, я буду рубить деревья. Потом поставим костер. Так, стоп. Потом поставим костер. Это было среднее дерево, мне нужны большие. Костер поставим, машину для изучения и, наверное, сундук. У меня стоит мод, который добавляет в игру кладовую. Большую такую, но чтобы ее построить, нужно очень много ресурсов. Так что это не слишком читерно. Так что, думаю, все будет окей. Так, я забыл собирать эти листочки. Ну, ладно. Топор сломался. Плохо. Ладно, пойдемте соберем, возьмем тот топор, который остался где-то вот тут внизу валяться. Эти каштаны тут. Так, ну если что, у меня есть факел, так что все окей. По крайней мере, в этой ночи я не умру. Вот бесит, что они выключают свет, когда я подбегаю к этим домикам. Потому что они бы могли мне спасти жизнь, но нет. Они экономят электричество. Думают, нет, это мое электричество, я тебе его не дам. Жадные свиньи. Все, пойдем. Так, есть у меня еще там... Да, времени есть. Хотя... Нет, нет, стойте, стойте. Сделаем огонь, чтобы был. Угу. Это большое? Нет, это вроде маленькое дерево. Вот это большое. Да, вот это большое. Что это? Что? Чего? Замес? Я люблю замесы. И гамесы тоже люблю. Рубины. А, дай рубин. Оп. Перекати поле. Твою ж мать. Хватит меня жечь. Клыки. Посох. Злая собачка. Ёкколэ мене, мне придется. А. Хотел деревья порубить, а тут собака. Где-нибудь поселимся. Я думаю, поселимся где-нибудь тут. Где-нибудь. Вот тут. Или вот тут. Или вот тут. Или, скорее всего, вот тут. Мне тут нравится. Вот тут. На пересечении. О! В самый раз. Так, машина для изучения. Делаем сразу рюкзак. Какой рюкзак? У меня нет ресурсов для него. Обидно. Так, положим сюда эти камушки пока что. Угу. Надо поесть немножко. Как-то рыба восстанавливает очень мало не здоровья, а голода. Так, две палочки. Камни пусть пока тоже тут полежат. Хотя зачем? Я могу сделать сундук вроде, да? Да,
вроде бы могу. Тыц. Сундук. Ну, пусть пока у меня будут пару сундуков, потому что ресурсов для кладовой нужно очень много. Мне пока что нет тех ресурсов, которые нужны. Так, это пока пусть здесь полежит. Тут тоже пусть пока полежит. Тоже. 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 И все. Остальное нужно. Так. Это надо. Это пусть тут лежит. Я вот не знаю, либо такой костер. Я не знаю, как это правильно сказать. Обычный костер, который без вот этих вот каменного ободочка. Он горит, по-моему, меньше, да? Потому что я сделал тот костер, он быстро выгорел, а этот всю ночь прогорел и все ок. Ладно, прям заберем там посох и убьем собаку. Потому что я воинственная баба. Я самая воинственная баба на всей вселенной. Что ты жрешь? Это ты не жри, окей? Так, братик. Я тебе наваляю. О, нормально. Да, она восстанавливает рассудок, когда убивает кого-либо. Это как-то... Это дико. Вон, я вижу, как это... Ну, летучий хрень такой, слизень. Сгори в аду. Ай, мне больно. А там рубинчик есть у тебя? Маленький такой рубинчик, нет? Нет? Да, рубин есть. Нет, нет, не рубин. Ладно, соберем немного пепла, он все-таки нужен в некоторых крафтах, особенно для крафта мази, которая лечебная, которая Вишневского. Сейчас немного соберем цветочков, чтобы все были хорошо у меня, чтобы у меня здоровье. Так, подождите, почему у меня так быстро упал рассудок? Я не понял. О! То, что надо. На. Няма-няма. Так, ну, мне там вроде бы хватает. Да, мне хватает листиков. Нет, стоп, это мне некуда ложить. О, еще одно перекати поле, классно. Перышко, ну пойдем. Там кто... Я кого-то слышал из механических вроде. Или сверху, да, или где? Ну, я их слышал. Или... померещилось. Но померещиться не должно было, скорее всего. Хотя, все возможно. Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз. Сори. Так, у меня палочек. Мне мало палочек. Мне нужно больше палочек. Перо. Ну, ты мне не нужно пока что. Ну, прости. Палочки и трава в преимуществе, да? Палочки-то я вижу, а вот травы что-то не наблюдается. Так, нет, пока что нету. Вон еще один каменный биом, туда потом сходим за камушками. Да, вот он проход, отлично. Кто ты? И как ты здесь оказалась? Мать твою! Правильно, гаси ее, а я буду гасить тебя. Стоп, что это за хрень? Я тебя загашу. Ну-ка. Цыц. Так. Ой, это спавн собак? Ого. Вау. Ай. Опять я не могу что-то унести. Просто я не могу. Это неприятно. Мне это не нравится. Перекати поле. Ладно, потом сюда вернемся, когда сделаем рюкзак. Тихо, тихо, собачка, тихо, тихо. Я свой. Может, не в корень, конечно, но свой. Я впервые вижу такой биом, честно. Я никогда раньше не находил спавнер собак. Никогда. Так, откуда я пришел? Я пришел откуда-то снизу, наверное, да? Я, наверное, сосед снизу. Да, наверное, все-таки отсюда. Окей, вот трава. Но трава нужна, в принципе, для чего? Чтобы сделать что-то там... Веревки. Да? Веревки и веревки, наверное. И все. Или нет?
Так, мясо. Зачем мне это мясо здесь? Ладно. Что я могу... Так, вот это я хочу сделать себе... А, мне вот как раз хватает на вот эту штуку. Одеваем. Так, отлично. А, стоп, эта штука меня что ли от дождя спасает? Или я не пойму, как-то я... Или просто дождь маленький? Или я не пойму? Да, я не пойму. Окей. Так, подождите. Топор. Я успел взять топор. А. Ну, прости, ты меня защищала от воды, но... Теперь мне нужно защититься от темноты. Так, это мне надо, это мне надо, это тоже надо. А это мы складываем в стак и... В огонь. Или нет? Окей. Я думал, так можно. А так нельзя? Оказывается, нет. Знаете, как-то этим персонажем очень легко убивать всех. Им очень легко убивать. Ой, а я думал, то... Стой! О, что тут? Листки. Ты их не жрешь, окей. Тогда не засоряйте проход. Да блин, не видно. Вот так, вот так. Так, мне этого пока что должно на ночь хватить, да? Так. Ты идешь в огонь. Отлично, мне нужно поесть. Мне голодно и холодно. 56, 81. Ну, в принципе, больше восстанавливает, чем... Так, подождите, это мне нужно одеть. Нет, я одену вот это. А, и сделать рюкзак нужно. Рюкзак это самое то. Все, отлично. Так, рюкзак есть. Теперь нужно сделать броню. Потому что без брони меня быстро загасят. Веревки. Нет, я не буду пройти последнюю... Последние эти травинки. Угу. Что я могу сделать лопату. Она мне нужна сейчас? Скорее всего, нет. Так, мне нужно открыть это. Ты идешь со мной, ты тоже идешь со мной. Это тоже идет со мной. Со мной. Это сюда. Сюда. Угу. Так, вроде бы все. Все-таки можно их сжечь или куки? Их можно куки. А ты будешь ить? Нет, ты не будешь это ить. Окей, да не хватит орать на меня. Чего вы все орете на меня всегда? Козлы. Так, смотрите. Нужно золото, чтобы это копье сделать. Нифига себе, какое дорогое копье. И тут тоже золото нужно. Ага. Ага. Копье. Деревянная броня. Мне нужна свиная. А как мы будем добывать свиную кожу? Ну, я вам сейчас расскажу. Сейчас переживем ночь и пойдем добывать свиную кожу. Так, еще хотел посмотреть. Здесь есть мод, который вот добавляет портативный казан. Нужно 5 этих гемов. Так, а у меня сколько? А у меня их не видно. У меня их 3, нужно еще 2. По идее, там будут огненные собаки сверху. Пойдем там их побьем немного. Но чтобы мне это сделать, мне нужно хотя бы деревянная броня. Нет, стоп. Сейчас все будет. Настало время для кувалдочки. Так. Кто этого не увидит? Я очень на это надеюсь. Так, походу они сожрали злые цветы. Доброе утро. Ты же на меня не обижаешься, я ж, ну, добрый. Ну ладно. Некоторые все равно. Пойдем отсюда. Привет, парни. Потому что в Shipwreck они атаковали, если я ломал их домики. Сейчас они что-то не атакуют. Поумнели, что ли? Окей, так это я сломать не могу. Еще не могу огонька. Теперь я могу сделать себе шапку, да? Или не могу... Что мне надо с тобой сделать? Так, тут... Стой! Отлично. То, что надо. То, что доктор прописал. Так, нужно... Вот эти диоды.
два блока и четыре доски. Как раз четыре доски. И нужен камень. Теперь, где моя кирка? Вот она. Пойдем добывать камень. Обычно у меня нехватки камня не наблюдается, а сейчас что-то прям... Стоп, этого домика здесь не было, мне кажется. Этого домика здесь не было. Стойте, 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 стойте! Здесь не было этого домика. Я это помню. Наверное. Или нет. Или я ошиб... О, чертеж, для чего? Gunpowder. Порох. Можно будет... нормально, мы теперь знаем, как изготовить порох. Порох. Ай, стоп, куда я побежал? Мне нужны камни. Все камни. Потому что я хочу себе сделать классную шапку. Блин, ну, ладно, хорошо, селитру я потом положу куда-нибудь. Сундук, куда мне еще положить? Куда-нибудь. Куда мне еще ложить, кроме как в сундук? Можно на землю, в принципе, ну ладно. Так, я уже могу? Нет, я не могу здесь. Я не изучал еще. Я не знаю, как... Так, стоп, а как я пропустил этот камень? Я же искал все Ладно, хорошо, это, наверное, потому что я недавно проснулся, мне еще глаза не верят мне. Главному центру. Так, это, по идее, мне еще на один маленький камушек хватит вот этого, да? Вон он там сверху был, пойди туда. Пойду туда. Сверху будет хорошо. Так, а сколько я исследовал? Я исследовал совсем крошечную область, но нашел ее, на самом деле, дофига всего. Часть портала, короля свиней, спаун собак, еще там что-то было. Ну, там что-то точно было, там хорошо, все хорошо. А, вот что еще хотел. Привет. Мне нужно мясо. Сори. Ладно. Сори. Я лучше кроликов побиваю. Слышь, кроль, хочешь немножечко подзаработать? Тебя интересуют биржевые вложения? Нет? И... Ой, извините, немножечко пришлось отвлечься. Итак, стоп. Вот этот парень. Парень! Не жри мою еду, это моя еда. А что ты как-то очень быстро проголодался? Проголодалась. Так, мне нужно сначала... Стоп, скоро вечер, да? Значит, мне нужно поскорее набрать дров и вернуться на базу. Ну, дров набрать. Я ж камни хотел, точно. Ага, забыл. Единственное, что мне нужно было добыть, это камни. А я их не добыл. Обида. Так, вот эти два камушка мне хватит при... А, нет, стоп. Я не заметил просто. Так, хорошо. Ну, по идее, мне этого уже хватает, но мне нужно немного камней, чтобы сделать там всякие инструменты, броня, там всякое такое. Так. Можно сбегать немного вниз, там пофармить лес. Потому что лес нужен, лес это важно. Сейчас уже посмотрим, успею кролика приманить, не? Успеет он добежать ко мне? Где? Вот он. Давай, 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 давай. Мразь. Ну, хрен с тобой. А, вон ловушка. Точно, я смогу ловушку поставить, что я глуплю. Какой-то тупенький последнее время. Ну ладно. Мне можно. Так, топор. Ага, shelter. А, ну блин, ну неудобно так. И тут. Кто-то там бежит. Кто-то тут снизу бегает. Свинюшка. Вот то, что я искал. Во, крот, которого я ненавижу. Всех убью. Интересно, эта шапка самовосстанавливается или я просто забыл? Я просто думал, что у нее 74%, а у нее 78%. Или это норма? Норма геймера, не замари. Ну, так, извините, вспомнилось так, ну что-то. Блин, надо бы свина, конечно, грохнуть. Хотя зачем? С другой стороны. Да. Подожди. Ты не садишь. Она не умеет садить шишки. Или. Подождите, я не понимаю. Офигеть, это обновление какое-то или баг, или. Я не понимаю, почему он кидает шишки вместо того, чтобы их садить. Для меня это... Мне это трудно понять. Так. Это... Отлично. Так, ну по идее, раз здесь свиньи, значит, где-то здесь их домики должны были быть. Наверное. Наверное. Или нет. Подождите, я не вижу.
Я не вижу их домиков. Я не вижу ничего здесь, что мне понравилось бы. Нет. Крота слышу. Ага, край. Окей. Знаете, я хочу обижать абсолютно всю карту по краям, чтобы видеть вот прям все. Так, факел есть. Хорошо. Пока у меня есть мой факел, это хорошо. Просто буду бегать и исследовать. Где-то тут пчелы еще рядом. Так, стоп, это... Божечки. Как тут долго? Я хочу еще найти пауков, чтобы собрать с них паутину и гланды. Гланды, чтобы сделать мазь и паутину, ну, чтобы была. Чтобы там делать зонтики всякие, палатки, ну, там, дофига. Сачок, я хочу сделать сачок. И сделать сачок и поймать светлячков, чтобы они мне... Вот этих вот светлячков, засранцев, чтобы они мне в каске светили. Я хочу сделать каску, это будет удобно. Так. Так, где я? Здравствуйте. Я тут мимо пробегала. Вы случайно не сатанисты? Но тебе нет. Ну, мне нужно собрать немножечко этого. Я не могу просто так пробежать. How long for feast? Голодная, да? Окей. Поедим. Ну, я не буду тебя заставлять есть сырую пищу. Я, конечно, понимаю, что ты... Кукусики. Кукусики. Круто. Попугай. Только я не понимаю... смысл. Смысл не могу понять. Надо будет потом об этом почитать на... Monster Wiki. Отлично, я нашел болото. Теперь, если что, отлично. Так, хорошо, это нет, вот это вернее. Вот сюда. Далековато я убежал. Ну ладно. Честер! Как мне повезло! Честер!